Сегодня у нас 22 апреля. Вот прошло у нас богослужение. И тут сегодня решили мы... Вот. Давай, церковная касса. Тут написано оборонное пожертвование. Так, Алекина, подойди. Купить аппаратуру нужно. Все, вы занимайте все. Туда надо вам нести, нет? Нет, нести. В сумочке наложи. Снимать. Так. Снять надо. Так если она так легко снимается, у вас ее любой снимет. Да не надо снимать, а подожди. Ну сними вот эту. Миша, сними. Вытащи. Складывай мешочек. Я сейчас видел два мешочка у тебя. По-быстрому я только. Раскрывай. Задумали купить видеоаппарат другой. У нас тарелка не ходит. Мы ничего это не скрываем. Сейчас придете, на стол высыпите там. Ничего, ничего, подберете. Все при свидетелях, как положено. Купить новую аппаратуру. И денег не хватает. И решили взять. Это кассиры. Все, закрой. Потом закроешь замочек. Да можешь прям закрыть, мне отдать ключ. Отдай Татьяне. Все. Забирай все, сейчас подвешивают. У нас тарелка не ходят, вот 27 лет и никто ни разу не ходил. Десятина все решает. Ну давай, пошли. Куда? Пошли туда. Куда пошли? Туда. Я говорю, иди туда, зачем ты идешь сюда? Идите туда там считайте, ну что вы такие? Иди на стол высыпи, во время занятий будешь делать. Ну ступай, ну ты еще, то ли это... Не слышишь? Для чего я делал-то? И в прошлый раз так же было. Вот так. Вот здесь вот можешь. Слышь? Вот здесь на столе рассыпь. Понимаешь? Ты еще боишься? Выставь, вываливай. Это не надо. Вываливай, говорю. Два раза сказал уже. Вытряхай. Тут рубли лежат-то, деньги-то какие, все мелочи. Тысячи ни одной даже нет. Так, все, есть одна. Так, собирай, раскинь подальше. А это еще? Это посчитанное, прошлый раз. Ну, давай. Мне нужно точно знать, сколько. Людмила Степановна, начинай пересчеты здесь. Вот, Бог гроз, Бог, сразу все запишу. Володя, подойди, начинай считать, помогай быстрее. Ты мою. Мой фотоаппарат вон лежит, Никита. Вон там на столе мой. Друзьями дал нам новое имя.
подстригли Дергунова. В прошлый раз также считали, ой, вас ограбят, так, а Господь? Даже считали, когда деньги где-то было в Библии, да никогда не скрывали, насколько книг сожгли. Тысячи. Вы так делаете, где-то сотни, там, 50. Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Так, быстренько скажи, сколько? Мы на деле узнали, он врачу... Людмила Степановна, посчитай быстро, сколько? Это кассу сняли. Так, сейчас возьмешь будешь. Под провода, давай. Занятия, да, оторвали. Оторвешь. Сейчас, подожди, узнаем, сколько. Сколько всего? Мы еще не посчитали. 14, да? Да. Опять не считали еще, сколько сыграли. Сейчас еще немножко и начнем. Там подобьют итог. А кто еще? Вася, как делать? Ну, покажи. Вася, два раза. Сколько нужно было? Два раза. Давайте я собью. Расставайся острыми послами. А ты сейчас считаешь. А уже все посчитали. Я на милость свою. Уповаю, Спаситель мой, Господи, на милость самилок, лишь только на милость свою, я на милость свою. Уповаю, Спаситель мой, Господи, на милость самилок, лишь только на милость. Выходите оттуда. Выходите оттуда. Сюда идите. Как? 14, 17, 600. Садись сюда, иди сюда, иди. Куда ты пошел? Кто таких скручивал эти пятьдесятки? А вы вот это возьмете на это, на фотоаппарат. Ой, на вот это. Видеокамеру. На видеокамеру. Сколько осталось? Сейчас на руку. 34. 34 990. Это вам. Не понял. Так, сейчас на камеру. Ты же говорила, что... 19 сейчас. Нет. Нету. Вот сейчас мы сняли. Вот сейчас. 19 тысяч. Да говорили, что там... Ты дальше спрашивал, ты сказала 60. Я-то думала 60. Но думала, я не могу. Нет, пришить. Я не говорила. Дело. Я молчала. Ну, я так, знаю, что... Сколько ты говорила? 35. Вот эти вы забирайте. Вот он мало. Ну, еще десятку можно. 9. Здесь всего сколько? 35? Да. 35, да. Ну, совсем не достаточно. Половина только. Ну, как вы говорите, что нету, это самое? 30. Ну, да. 60 сказали. Я на 60 сейчас позвонил Виктору. Нету 60 у нас. Вот мы все. Вот все. Так, что делать? Значит, объявить просто открыто с тарелкой. Ну, вот это они все сложили. Берите. Сколько там?
Ну, почти 19. Там 19. Ну, тут 20, и тут 30. Ну, за 19 это уже было бы что-то. Приложите тогда. Ну, все, давайте, берите. Приложи, посчитай. 2000 хоть оставьте на вот это вот. На вентиляцию. На вентиляцию, ну, Игорю. Пускай купят на что у кого есть, у них деньги есть, а потом отдадут. Нам нельзя сейчас, не хватает. Так, тогда 17. Давай, все, заложи, 17. До одной копейки. Мне трогать не надо, я даже прикатываю. Я поняла. Что звонит? Сейчас, подожди, Мариночка. Давай, вот сюда, встань, 34,990. Вот сюда. Вот я покажу. Можно, садись. 17, что так беспокоишься? 60. Так, на этом 0, все. Еще получается. 17,8. Ты почему? Ты пиши правильно. 9,5. 34,990. 9,77, 8. Ну вот это отдайте, Виктор купит, у него есть там 5,000 доложить. 4. 52 тысячи. 52 что-то вместе, сложи вот 52 840. А эти что лежат? Это нам нужно. Ну ладно. На, вот. Значит так. Я это пишу. Ну, забрали пока 52. Это, туда положи. Значит, это маловато будет. У вас поможете, Виктора. Так, давай. Арифина, слизи. Ну кто будет вентилятор? Туда не будете кидать, я ему сразу ложу. Подойди. Ну пусть там надо подпишу. Скажи, две тысячи. Ну не две же, все. Гавриил на Украине. Да, я знаю. 20 еще можно добавить. Я сказал, что один вентилятор будет только 1000 стоить. Просто вентилятор. Слышь, ну, остальное все. Заложи какой-то. Что, один вентилятор будет стоить? Нет. Так, все, открывай. А посчитай, ты все обсчитай. Я еще возьми сейчас провода, посоедини. Как будем это делать? Что хочется. Так, сестры, по домам. Садитесь по местам.